на первом месте все равно стоит водоснабжение. Это однозначно всегда стояло в Новороссийске и будет. То же самое. Программа есть. Спасибо, губернатор. Выделил деньги до 2023 года включительно. Новый водопровод, нитка будет закончена. Скважины перебурены, более 40 скважин. Дебет будет воды больше. Городу будут давать 140 тысяч кубов воды. И нам, у нас сегодня круглосуточную воду получает 92% населения. Но это благоприятствует нам погода сейчас. Небиржай полный, слава богу, мы большими насосами качаемся. А вот когда мы будем уже брать с ТГВ 140, а Небиржай будет просто в запасе стоять, это уже стабильно. Это делается, и я уверен, это будет сделано. Внутри мы тоже меняем сети, у нас есть программа по 200 миллионов в год. Мы ее запустили в 2019 или 2018 году, уже мы много поменяли сетей, каждый год выделяем по 200 миллионов, такого тоже не было.